Вращающийся компакт-диск. Чтобы сделать этот поднимающийся компакт-диск, нам необходимо большое количество магнитов, старые компакт-диски и коробки от компакт-диска. Сначала удаляем все компакт-диски из коробки. Как видите, остается только основание и центральный стебель. Сокращаем стебель, оставляя где-то 4 см. Теперь помещаем старый компакт-диск в центр основы. Применяя клей вокруг периферии, приклеиваем магниты. Вот и готово. Сделаем точно такой же диск, используя магниты тем же самым полюсом. Магниты на втором компакт-диске будут иметь те же самые полярные, как первый. Применяем еще немного клея, так чтобы магниты придерживались хорошо на компакт-диске. Теперь помещаем второй диск. Так как они в обеих компакт-дисках одинаковые полюсовые магниты, они не сталкиваются друг с другом. Таким образом, компакт-диск второй поднимается. Вы можете его также вращать, свободно он будет вращаться. Теперь прикрепляем ручку к компакт-диску, используя крышку от бутылки. Теперь вы свободно можете вращать компакт-диск. Он будет вращаться в течение очень долгого времени. Вы также можете прикрепить цветной диск, изготовленный из картонной бумаги. При вращении этого компакт-диска все цвета сольются, вы будете видеть серовато-белый оттенок.